Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ребята, простите меня по поводу обновления, хотел вставить свои 5 копеек. Я понимаю, что обзоров данного обновления вы на YouTube не найдете, ну хотя бы у меня парочку слов. Почему я подождал буквально, ребят, ну то есть один день? То есть вообще видео выйдет как бы 27 числа, ну то есть, но смысл стоит в том, что я ждал хотя бы один день, когда пройдет открытие о подарках у некоторых вододелов, то есть по игре, у некоторых донатов. В общем, что я могу сказать, ребята, если честно, мнения разделились, потому что некоторые у нас ребята посливали по 9000 звезд, и не вытащили там, ну, таких подарков колоссальных. Хотя ждали прям там, знаете. Некоторые слили 50 тысяч звезд и вытащили все, что нужно. Кто-то слил там 25 тысяч звезд. Плюс к тому еще Санчес завтра видео выложит по открытию подарков. Я точно знаю, что он вытащил все, что нужно. То есть, но я думал, какая же машинка, кстати, будет, но не угадал, не угадал. Я хотел вообще-то, если честно, Мустанга, но Финик, ребята, тоже сойдет. У меня он не прокачан, у меня всего второго уровня. Представьте, у меня Финик второго уровня. Я не стал его сильно выкачивать тогда, когда было свое время. Но не забываем, это вся радость до 2 июня. И 2 июня мы получим, ребята, кольцо всевластия. Так что это... Если честно так сказать, ребята, волна, на которую стоит тратиться. В конце, не знаю, что будет, все ждут чипователь, очень прям ждут. Если выпадет, то выпадет. Но это будет последняя волна, она будет, получается, к 15 числу. А сейчас, ребята, до 2 числа, вот на эту партию подарков я буду сливать все. То есть здесь у меня, я рулетку уже всю выкрутил. Сейчас я вам продемонстрирую, что у меня действительно ничего нету. Было у меня 50 тысяч. Не выпало мне никаких френков, там еще что-то. В общем, но я выкрутил. На звезды большинство я скупил подарков здесь. Я выкупил часть обменника. Все, в общем, я здесь сливаюсь. На кольцо и последнюю партию подарков, то есть, которые есть, я буду сливать квиды. И по этим квидам, соответственно, в конце на последней акции, то есть все, что я вытащил еще с этих подарков, все звезды, еще что-то, я все, ребята, солью на последней партии. Конечно, можно было и здесь сделать, но тогда у меня совсем не останется на последнюю партию. А там, ребята, будет шанс раскидан по всем подаркам. Ну, что я рассчитываю вообще вытащить? Я рассчитываю вытащить хотя бы печь еще плюс 2. Хотя бы плюс 2. Финик хотя бы плюс 1. Ну, можно и плюс 2 вытащить. Поясочек, может, вытащу еще плюс 2. Но это тоже не факт. Блендер минимум 10-го. Ну, минимум. Ну, думаю, что вытащу только 8-го. В связи с этим выпадением, которое у нас есть. Так что тут все как бы своеобразно. Ну, ускоритель, ребят, я вообще не планирую. Он у меня выше 4-го вообще не упадет, судя по тому количеству звезд, которые нужно затратить. Ну, как бы такая ситуация. Но ждали печку, ребята, ждали все. Так что теперь на эти подарки вкидывайтесь. Еще раз говорю, ребята, следующие две партии подарков будут уже не такие хорошие. Поэтому, если возможность есть, сливайте все здесь. А через партию, то есть, соответственно, будете заканчивать. На следующее кольцо всевластия 10 уровню, кто выкачает, тот выкачает. Ребят, я буду выкупать там только бесплатки. Кольцо всевластия мне как таковое, оно не нужно. 90-дневное, конечно, навороченное, но не очень, в общем. Спасибо всем, кто смотрел, ребята. Ставьте лайки на этот, имею в виду этот. Ждем большое, огромное открытие подарков. Вот так как-то. Ладно, ребят. Всем счастливо. Всем спасибо.